Что? Всем привет! Вы на канале Мамы Я. Ну и сегодня мы играем в Сабер Симулятор. Да, я уже насобирал 1 миллион корон. Записи, чтобы подкрыть вот эти вот замечательные яйца. Кто знает, у нас тут добавили крафт. Я уже скрафтил две золотых, то есть две пары золотого пингвина. Золотого пингвина и золотую магму. В принципе, характеристики неплохие, но это не конец. Их можно дальше в шайни превращать. А потом и в рейнбоу, прикиньте. Так. Ну, вообще, вот так. Ну вот, и в общем, как-то так. Но для начала мы ведем кодик. Один очень важный. Так. Мастер. Так, я неправильно его пишу. Мастер. 3395. Вот так вот вводим. И получаем 500 кваква-жаб. Да, мы сегодня еще эти будем выпаковывать. Да, я не выдержал и выпаковал. Получил овечка-космонавт. Ну, короче, поехали. Да, я так. Так, а где мой подписчик? Подписчик, ты где? Подписчик, ты где? О, вот, это мой второй подписчик. Привет! Привет! А я снимаю. Ну окей, у меня было 0 силы. Ну, окей. Сейчас, если никто не хочет на фан-встречу. Ну, значит, да ладно. Прокачаем себе. Да, я вот такими мечами уже качаю по 63 триллиона. И заработал секстиллиард. А потом вот эти большая С. Я не знаю точно ее название. Но мы ее будем называть Саберлионы. Саберлионы. Как думаете, будет прикольное название? Саберлионы. Ну ладно, чего мы медлим? Будем открывать яичко. Так, о, подписчик пришел опять. Так. Ну, погнали. Так, что выпадает легенда? No, God! Вау, Royal Red. Ну, он мне один раз уже падал. Так, и... No, God, please, no! Ну, ниндзя, да, можно, в принципе, скрафтить. Так, теперь опять ниндзя. Ниндзя. Так. Нормас! Нормас. Если шайни выпадет, то будет вообще классно. Так, открываем дальше. Что? Что? Я прям подперхнулся, когда это увидел. Что? Тити-бот! Что? Это как вообще возможно? Это... Оу май гад! А если выбыл вот этот? Оу май гад! Давайте его характеристики. Что? Все, волк, до свидания! Был хороший патруль, но теперь ты мне не нужен. Мне нужен ЦТ-бот. Мне нужен витамин С. Вот. Что? А был 60... 50 какой-то. Не. Если еще раз идти,
Утка. Ну хорошо, я поплаваю на ней. Не против. Так, ну пусть будет. Ну, опять Royal Redka. Так, ну хорошо, ниндзя. Ну, так, посмотрю, у меня там ниндзя было немало. Так, у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага, еще три ниндзя. Сразу говорю, 10 надо постоянно, вот допустим, чтобы скрафтить шайн, мне надо 10 золотых ниндзя. Да. А чтобы скрафтить золотые ниндзя, мне тоже надо 10. И чтоб радужных надо 10. Ну, вы поняли, наверное. Так, ниндзя. Ниндзя. Так, 500 тысяч уже осталось. Так, еще 10 яиц. Так, и что у нас тут? Ну, космическая овечка, ну окей. Опять космическая овечка. Ну, опять. Ну, я так ничего не скрафчу. Так, я так ничего не скрафчу. Так, опять не я. Все, все. Нам 100%... Вот, видите эту кнопочку? Шпок. Шпок. И весь инвентарь, кстати, он 150 стал. Так, у меня вроде... Так, голден. А, ну все. Так, ну... так, этот сейчас закроем. Да не надо мне инвенты. Так. А, ну что я делаю? Я же вот так не могу. Что я сделал сейчас? Так, открываем еще 4 яйца. Шип, космическая овечка, ура! Овечка полетела в космос. Опять космическая овечка. И последнее яйцо. Космические овечки. Вы там не готовы еще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, все ясно с вами. Так, Рипер Неон Грин. Ну, мы на 72 короны себе все яйцы. Ой, я забыл. Мы же еще должны же те распаковать. Еще 3 яйца. Надеюсь, что-нибудь толковое выпадет. Давай, плиз. О, нормас! То, что я и хотел. Так, теперь ли... Ну, не то. Последнее яйцо, пожалуйста. И легендарочка! Ну, это и есть легендарочка. Это и есть легендарочка. Серьезно. Так, это одеваем. Так, а каких русерик тихих? Так, ну, волк, конечно, немного стыпает, но он не лучше вот этого. Так, 3-5, ну... А, нет, он лучше этого, да, но тити-робот рулит. Если бы не он, я бы одел вот это. Так, секунду. Все... А, нет, я бы одел вот этого, Халфи. Ну, мутите... Что? Что? О! Хорошо, что это элементалист. У него... Чего, Блинк О? Ребят, вы Блинк О знаете это кто? Я вам сейчас объясню, кто такой Блинк О. Это блины. Это вот кто такой Блинк О. Это блин. Блины. Вот. Это кто? Ви. Это Ви. Ви у нас на серваке. Ви на серваке. Ви. VIP на серваке. Шо? Как? Элементалист? Чего? Ну, понятно. Один хексилярд.
Да, так. Там. Я даже боюсь это представить. О, ладно. Так. Так. Оли, надеюсь, ты не против, чтоб я тебя покоцал немного. Так. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Она меня может вырубить. Так, чтоб короны сыпались. Так, а какой тут тебе бот вообще кор... А, ну окей. Так. Ну, ты вообще убиваемый. Я так это и хотел проверить. Я это хотел проверить. Все-таки он мне был по голове. Так, 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 так. Так, у нас тут два. Те, кто купили премиум. Ну. Кстати, мы так не посмотрели эту. Сейчас мы посмотрим, как светится наш этот. Стоп, чего? Надето. А что от этого эффект дает? Вау, вот смотрите. Всё горит! Лесные пожары! Шадоу против Гоула и Гоул проиграл. Ну, конечно же, Шадоу это предполагающая стадия. На ты, получай кусатый! Усатая акула! Усатый Бармалей победил меня на танцевальном пюре. На жареной котлетке мы сражались, и он ее первый скушал. И я проиграл. И на жареная котлетка. Сейчас ты превратишься в эту жареную котлетку. Кто заспавнился? Эй, ты кто? Ты кто? Что, призраки? Бегу, бегу, бегу! Бегу, бегу! Комнату взорву! Ой, что-то сам себя взорвал. Ну, в общем, дорогие роботы, тити-боты и профессоры, на этом наш сеанс подходит к концу. Кому понравилась моя установка на выбивание тити-ботов и витаминов С, ставьте лайкос. А на этом все и всем покитос.